классно. Лена, расскажи, где тебя можно найти, чем ты занимаешься? Меня можно найти в Москве. Я занимаюсь визажем и делаю прически. Обычно собираю невест, выпускниц. Вот одна из них. Выпускница. Лена замечательно делает визаж и прически. Она делала мне прическу визаж на фотосессии у Полины Тереховой. Да. Я все ссылки на Лену оставлю, конечно, под видео. Так что, если кто-нибудь заинтересуется, обязательно выбирайте Лену. Она замечательная. Лена тоже, как и я, училась в Плешке. Еще учится. Еще учусь, да, закончила пока третий курс. Да, на маркетинге. Вот. Собираем красоту нашу. Пару слов. Все прошло хорошо. Я получила диплом. Может быть, расскажу об этом чуть попозже. Успела сфоткаться с деканом факультета Аузаном, потому что он очень быстро убежал. Потом мы пошли в мое любимое кафе Friends Forever. Там поели тортики, потому что перед этим наелись, в принципе, в столовке МГУшной, потому что папа захотел. Помимо самого диплома, корочки, нам еще сегодня подарили медаль за отличное обучение
розу и книжку про выпускников МГУ. Это было только первое вручение, еще вручение синих дипломов будет через день. Там я, наверное, снимать не буду, а может будет. А мне родители сегодня подарили вот такую сову в честь моего окончания. Табличку надо поставить. Здесь стоял Андрей Михайлович в 2017 году. Я пока немножко расскажу про саму процедуру вручения диплома. Мы пришли, сначала была регистрация, которая начиналась за полтора часа до начала церемонии самой, но мы пришли под конец, все хорошо зарегистрировались. Я сидела отдельно от родителей, то есть сами выпускники, они не сидят с родителями. Родители где найдут место, там и сидят. Далее, каждый выпускник может взять с собой только троих человек, пригласить с собой гостей. Сначала была небольшая речь Садовничева, потом сразу же началась выдача дипломов. Были сразу же все факультеты. Когда началось вручение дипломов, оно происходило по факультетам, то есть вызывает факультет, он уже к этому времени построился в ряд один с другим, и очень быстро называли фамилии каждого человека. Он выходит, Садовничев дает ему диплом, потом декан факультета дает ему подарок и дает цветок. И все, и ты уходишь. То есть это, ну, секунды три ты на сцене, и все заканчивается. Мне очень понравилась организация, то, что заранее факультет выстраивают, и нет таких замиток, что, например, вызывают кого-нибудь, а его нету, и он не выходит, не получает диплом. Или нет такого, что вызывают человека, а он начинает вставать из своего места, выбираться через всех, идти к сцене. Нет, сразу всех заранее строят. Причем там настолько все отработанная система, что тебя держат, когда ты предпоследний. Ты, когда тебя становишься последним, тебя толкают на линию, на которой написано «старт», называют твое имя, тебя толкают, ты, спотыкаясь, бежишь к этому Садовничему, все быстро происходит, и уходишь. И, в принципе, все. После этого мы немножко пофотографировались на ступеньках со стороны смотровой площадки МГУ. То есть, по идее, там выходит Садовничий, ректор МГУ, и деканы факультета, и с ними можно пофотографироваться. Я не видела Садовничева, мне кажется, либо он очень быстро ушел, либо он был не в то время, когда я была там. Я успела только сфотографироваться с деканом экономического факультета Узаном. Ну, в принципе, это вся церемония. Вот что еще отличительная особенность, то что при вручении диплома тебе дают только корочку, и, грубо говоря, открывая, там только написано, что это твой диплом, полученный с отличием. Самих оценок нет. Сами оценки мы будем получать даже после вручения всех дипломов, то есть уже после прохождения обходного листа. Конечно, я рада, что получился красный диплом, хотя он совсем не планировался. Тем более, то, что у меня не было такой удачи в бакалавриате. И там скорее была совсем неудача, которая очень сильно пошатнула мою уверенность в себе. Но здесь, так сказать, реабилитировалась и получилось. Ну и в принципе, ну, то, что я тоже написала в посте в Инстаграме, то, что все возможно. Совмещать работу, учебу, добавить к этому тренировки, добавить к этому оформление
дополнительного проекта. И если кто-нибудь спросит, как получить красный диплом, во-первых, я скажу, что это не такая уж и обязательная фигня, и толку от нее, по идее, нету. Ну, получилось, получилось, не получилось, нет, ничего не значит. Это просто удача или неудача. А как получить? Ну, стараться, достаточно просто стараться выполнять домашку, готовиться к контрольным. И одно из основных условий — это не расслабляться. То есть ты не можешь неделю поучиться, потом неделю расслабиться, потому что задания в МГУ каждую неделю. И если ты расслабишься на одном, тебе просто не хватит баллов до пятерки уже. Поэтому каждое задание ты должен стараться сделать на максимум. Не обязательно, что ты его сделаешь, но ты, по крайней мере, должен стараться. Ну и так, возможно, у тебя все получится. Ну и также не бояться спросить помощи и не стесняться того, что люди тебе помогают, будь это твои одногруппники или преподаватели. Одному это, конечно, сложно сделать. Ну, опять же, красный диплом ничего не значит. Если вы его получили, вы молодец, и вам повезло. Если вы его не получили, ничего страшного, и это ничего не значит. Потому что, например, у нас была одна девочка, слава богу, что она все-таки получила красный диплом, чему я была очень рада. Но эту девочку после первого курса за отличную учебу перевели с платки на бюджет. И внезапно на госах ей поставили четверку, что лично для меня было очень большим шоком. Я очень рада, что ей перезачли, она пересдала, или не знаю, как это произошло. Но то, что она все-таки получила красный диплом, потому что лично для меня это была бы точно несправедливость, потому что уж она училась точно все пятерки и точно достойна этого. Поэтому, ну, это ничего не значит. Сегодня очень повезло с погодой. Я надеюсь, что вам не скучно слушать мою длительную речь. Я стараюсь ее развивать, поэтому стараюсь говорить подольше. Потому что, возможно, скоро вас ждет череда влогов. И это все, что я скажу на данный момент. Ну, а теперь я, пожалуй, пойду и найду свою семью, потому что, мне кажется, я потерялась. Хороший день. Хорошо, что он запомнится.